Неделя программирования проходит в Эстонии в четвертый раз. Ее курирует фонд информационных технологий в сфере образования. В этом году организаторы обещают сделать программу мероприятия более разнообразной. По их словам, задачей подобной недели является ознакомление с программированием доступным и увлекательным образом. Мероприятия рассчитаны как на молодежь, так и на людей более старшего возраста. Нужно идти на сайт codeweek.eu, на котором стоят все мероприятия. В данный момент их больше 160. И там можно мероприятия найти, которые находятся ближе к вашему дому или совпадаются с вашими интересами. Запланированные мероприятия пройдут не только в крупных городах, но и в различных уездах страны. По словам Анслана, Эстония является одной из наиболее активных стран в сфере организации недели программирования. С помощью поддержки фонда в детских садах и школах Эстонии будет проведено более 160 учебных мероприятий, которые помогут детям лучше понять суть современных технологий. Как считает Анслан, современные технологии можно удачно совмещать с общеобразовательными целями. Знаете, программирование – это уже давно не такое узкое, сухое тема для специалистов. В наше время созданы столько разных возможностей или вариантов, как себе привести к этому делу. Как считают в фонде, крайне важно показать людям, что программирование не является чем-то далеким и сложным. По мнению его работников, робот создан для человека, а не человек для робота. Таким образом, наш современник не должен оставаться потребителем технологий, а может научиться самому создавать технологический комфорт. Алексей Милованов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.